Здравствуйте, 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 дорогие подписчики и гости нашего канала. Хотели дома? Смотрите дома. Ну, точнее, дом. Один из того, что у нас сейчас появляется на продажу, появилось уже на продажу. Посмотрим сегодня с вами дом в селе Новая Усмань. А что такое село Новая Усмань? Это, на секундочку, 20,5 тысяч населения. И это перепись на 2020 год. Поэтому я думаю, что сейчас здесь по населению гораздо больше. Почему? Потому что село активно застраивается. Плюс, большой плюс, да, что это село у нас активно рассматривает молодежь. Вот у специалиста, который этот объект недвижимости ведет, уже достаточно большое количество его ровесников приобрели здесь дома, части домов, кто-то построился. В общем, все живут, всем все нравится. Село действительно такое достаточно перспективное, очень много и много расстраивается, застраивается, и население, естественно, прибавляется. По месту расположения что могу сказать? Вот конкретно от нашего места расположения, где мы сейчас с вами находимся, до центра Новой Усмани 3,5 километра. Точно это доподлинно известно, это знаю. Почему? Потому что ехали сейчас, замеряли. 3,5 километра до центра Новой Усмани. До Воронежа 15 километров. Это пригород, ближайший пригород Воронежа, левобережное его направление. Участок у нас 12 соток. Ну вот, собственно говоря, дом. Вот за этой, как она правильно, огородная строительная сетка. Границы участка вам сейчас покажу сразу с одной стороны, с другой стороны. 12 соток. Ну, честно говоря, участок довольно интересный. Потому что в основном участке, ну вот она, вот она территория нашего участка. Все, что у нас под сеточкой. Причем участок уже, видите, огорожен столбами. То есть снимаете эту сеточку, столбы забетонированы глубоко туда, в землю. И, соответственно, сразу сюда делаете еще одну перекладину. Верх есть, низ есть. Делаете еще посерединке. И листы металлопрофиля, пожалуйста, крепите. И забор у вас готов. Повторюсь, по 12 соток у нас здесь участки, ну, прямо скажем, большая редкость, да, с уже построенными домами. В основном это 5-6 соток максимум. А кто-то умудряется и на 3 сотках. Минимальная площадь разрешенного строительства у нас 3 сотки земельного участка, поэтому если дома строятся на продажу, там 3-3,5, ну, максимум 5 соток. Здесь же 12 соток земли. Откуда 12? Ну, потому что участок сам по себе был приобретен в таком, в месте старой застройки, прямо скажем, да? Так, вот с этой стороны сейчас тоже с вами зайдем. Почему? Потому что, видите, какой уже у нас тут сад. Довольно-таки, ну, не скажу, чтобы прямо-таки старый, но он уже и не молодой. На участке у нас еще вон тот гаражик, мы вам его с удовольствием оставим. Ключей сейчас нет, не буду его открывать, показывать. Там много всякого различного хлама, это все будем вывозить. Просто показываю вам границы нашего участка. Вот, повторюсь, вот эти вот столбы на всех 12 сотках забетонированы. Поэтому, пожалуйста, крепите профлист. И все, и территория ваша огорожена. Ну вот этот сад я бы, наверное, все-таки проредил, потому что несколько густовато, на мой взгляд, растет. Да, тут надо, ну, надо разбираться, какие деревья оставить, какие, может быть, под топор пустить, потому что уж очень густо растут деревья, густо посажены. Так, скважина здесь у нас по... канализация, конечно же, да, септик. 2 по 2 кольца, переливная яма. И вот таким вот образом выглядит наш домик. Общей площадью 96 квадратных метров. Польский проект, по заявлениям собственника. Я, честно говоря, не вникал, не разбирался, что такое польский проект. Сейчас будем с вами вместе смотреть. Металлочерепица, крыша. Дом. Газоблок, утепление и штукатурочка, так любимая всеми застройщиками, караед.
Ну, здесь конкретно, да, карта мира. Некогда модная карта мира. Потому что там есть различные направления, да, там как каким-то дождиком, каким-то, не знаю, всяко разное есть. Вот это конкретно карта мира. Сейчас пройдем с вами дом, еще посмотрим с другой стороны. Фундамент ленточный, с заглублением 1,20 м. Вот тут у нас выход как раз к себе во двор. Тут тоже некоторое количество у нас различных деревьев. Повторюсь, нужно разбираться. Нужно тут разбираться, что оставить, что, может быть, уже не оставить. Потому что деревья растут плотничком, на мой взгляд. Тут и яблони, и груши. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Ну, дальше вы знаете. Бетонный армопояс. Про кровлю сказал, металлочерепица, двухскатная кровля. По коммуникациям, друзья, что у нас по коммуникациям? Все коммуникации за исключением газа. Подключение газа плюс 70 тысяч рублей. Хотите, мы это сделаем. Находится покупатель, дает нам задаток, и мы берем на себя все эти хлопоты. Так, вот это вывод у нас как раз таки из дома сюда для полива огорода. Водичка плюс розетка сделана. Вот электричество у нас заведено в дом. Ну что, пора уже смотреть, наверное, наш дом, наш польский проект. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества. Друзья, прежде чем мы начнем смотреть с вами дом, наверное, по тому участку, где наш домик стоит, не очень понятно, что же такое 12 соток. Вот, смотрите, аналогичный участок напротив нашего, но с минимум растительности. Вот тут можно, собственно говоря, границы участка хорошо просмотреть и понять, что такое 12 соток. Вот они, 12 соток. 30 на 40. Границы нашего участка этот ровно такой же. Так, друзья, напоминаю, 96 метров общая площадь нашего дома. Предчистовая отделка. Я нахожусь в районе входной двери. Она у меня за спиной. Направо. Сразу направо это у нас кладовочка. Хозпомещение, как хотите назовите, 4 квадратных метров. Да, по скважине не сказал. Да, здесь насос, видите, стоит по скважине. Скважина у нас на глубине 13 метров. Насос, все как положено, фильтр, все есть, все как надо. Радиаторы отопления. Вот тут есть замечательная такая ниша. Я потому что, прямо скажем, начал репу чесать. Куда же повесить верхнюю одежду? А вот сюда. Замечательное такое вот это углубление. Вот сюда как раз таки шкафчик неплохо встанет. То есть в районе коридора вы сможете легко разуться, раздеться и пойти дальше. А дальше у нас, а давайте справа налево, в нарушении наших всех традиций, пойдем с вами справа налево. Санузел у нас раздельный, это, как вы понимаете, туалет по площади 2,25. Предчистовая отделка, полусухая стяжка, терморазрывы, все как положено, все есть.
стены тоже подготовлены уже у нас под покраску, под обои. Что вашей душеньке угодно, как говорится. 2,25 размер санузла. Естественно, все есть. Канале под водичку. Под электричество. Комната. Комната 14 квадратных метров. Друзья, у нас везде теплые полы во всем доме, за исключением, естественно, спален. В спальнях теплых полов нет. А так по всему дому теплые полы выполнены. Разводка есть. Но даже в тех помещениях, где у нас есть теплые полы, там же у нас есть также и радиаторы отопления. Ну, собственно говоря, как и у меня. Я когда дом строил, мне говорили, сделай или-или. Или то, или то. Я говорю, пусть будет и то, и то. И то же самое. У меня теплые полы везде, кроме спален. Ну и радиаторы, естественно, везде. Пожалуйста, паспорт вам даже. Паспорт на радиаторы оставили вам в пленочке. Окна воронежского производителя. Вот мой сотрудник Артур там что-то. Привет вам передает. Воронежский оконный завод, пожалуйста. Утепление у нас чердаку, не по кровле, а по чердаку, по полу чердака. У меня то же самое сделано. Так, 14 квадратов площадь этой комнаты. Это у нас ванная комната, 4,3 по площади. То же самое, все выводы есть. Все тут вот у нас сделано как надо. Следующая комната 12 квадратных метров. На другую сторону у нас уже вид получается. Дом не отапливается сейчас, не жилой. Смотрим, сколько тут. 15 градусов. 15 градусов вот здесь вот. В тени, да, градусник лежит у нас не на солнышке, в тенечке. Сейчас здесь плюс 15, плюс, естественно. Не дай бог минус 15 сейчас, в июне. 12 квадратов, комната ровная, никаких проблем с расстановкой мебели у вас точно не возникнет. Следующая у нас комната, самая маленькая, 10,5 квадратов. То есть запоминаем, 14 самая большая, 12 и 10,5. Самая маленькая комнатка у нас. Тоже на ту же сторону, куда и 12-метровая смотрит. На наш участок, границы нашего участка. И осталось у нас что? Кухня-гостиная. Кухня-гостиная по площади 29 квадратных метров. Двухконтурный котел. Ферролли. Система теплых полов. Ну, тут, собственно говоря, все понятно. Мебель за вас расставлять не буду. Вот эта зона кухни.
Тут под мойку, я так понял, задумывается. Вот она канализация, чтоб стоишь такую посуду, намываешь и смотришь туда вот в окошечко. Световая точка прямо напротив у нас окна. Световая точка прямо напротив окна. Вот это я загнул. Мойка, конечно же, да? Будете намывать посуду и поглядывать в окошечко. Это вот это у нас зона кухни. Ну, а вот это вот зона, как я называю, релакс. Общая площадь вот этого помещения 29 квадратных метров. С выходом туда к нам во двор. Пожалуйста, можно сделать там террасу, пристроить. Напоминаю, вот здесь, да везде, собственно говоря, у нас система теплых полов. Она везде, за исключением спален. Теплые полы везде, в коридоре, в санузлах и вот здесь в кухне-гостиной. И плюс радиатор еще. Так, я отсюда туда не попаду. Закрыто. Вот такая вот планировочка, друзья. 96 квадратных метров. Все ладненькое, все по делу, ничего лишнего. Три комнатки и плюс, как сейчас современно, модно, 29 квадратов кухня-студия. Да, вот тут можно еще сделать лесенку туда на чердак. Утепление, повторюсь, оно по полу чердака. И можно сюда сделать, ну, как у меня, к примеру, можно сделать такую вот лесенку выдвижную сюда. Вот так вот она будет раскладываться. И туда же в люк все это дело будет собираться. Очень удобно. Так, по высоте потолков не подскажу, но сейчас, на мой взгляд, что-то в районе, вот сейчас, ну, 2,90, мне кажется, сейчас осталось. После того, как залили стяжку, ну, стяжка обычно сантиметра 8, ну, наверное, было 3 метра, стяжечку залили, и сейчас где-то в районе 2,9. Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. Да, друзья, что тут еще у нас? О чем не сказал? Вот здесь собственник планировал. Это уже сами можете доделать, да? Здесь либо гараж сделать вот в этом направлении, да, тут как раз-таки местечко позволяет. Либо можете какой-то навес сделать. Вот, пожалуйста, никаких проблем. Легко по площади тут гаражик встанет. Незатруднительно совершенно. Так, а вон тот гараж я вам уже подарил, не помню. Дарю. Вон тот гараж. Да, в самом начале видео я про него рассказывал. К сожалению, ключей у меня нет. Ох, пошел топтать. Что тут у нас? Земляника. Земляничка у вас тут на участке будет расти. И растет, цветет. Скоро ягодки пойдут. Да, ягодки скоро пойдут. Пожалуйста, вам покупайте участок, уже плодовые деревья, земляника. Не так, как обычно застройщик сдает. И ни черта нет, да, ни забора, ни благоустройства какого-то. Никаких тебе плодовых деревьев, вообще ничего. Здесь уже плюс-минус что-то есть. Уже можно заниматься тут уже подрезкой деревьев, собирать землянику. Ну и забор доделывать. Вешайте, пожалуйста, профлист, вот как у соседей. И все, и забор у вас готов. Ух, сколько здесь земляники. Обалдеть, да ей здесь все усыпано. Приеду сюда ее собирать через пару недель. Цветет.
Цветет земляничка. Да, друзья, из минусов. Из минусов что? Сейчас выйду вам покажу. Здесь пока еще у нас нет нормальной дороги. Но в этом году планируют нам здесь асфальтом все, что называется, залить. Планируют эту дорогу нам асфальтом сделать. А сейчас она такая грунтовка вперемешку с щебенкой. Ну что, на мой взгляд, вполне неплохой домик. Вот честно, положа руку на сердце, вполне неплохой. А если вы еще и цену сейчас узнаете, а вы сейчас ее узнаете. Цена нашего дома 4 900. 4 миллиона 900 тысяч рублей. Ну вот о чем я говорил. Но в этом году нам обещают дорогу сделать. Вон какие елочки у соседей тут растут. То есть люди живут для круглогодичного проживания, понятно все. Ну здесь ИЖС, не СНТ. Вот единственный минус сейчас пока с дорогой. Но дорогу обещают в этом году нам сделать. Так что, друзья, все, буду закругляться. Наверное, все, что знал, все, что хотел, сказал. 4 900, 96 квадратных метров, польский проект. Собственник просил обратить внимание. Я не знаю, что такое польский проект, но мы сейчас с вами посмотрели. На мой взгляд, все ладненько, хорошо, ничего лишнего. Да, 3 полноценные комнатки и плюс кухня-гостиная. Дом в предчистовой отделке. Пожалуйста, стяжка есть. Стены подготовлены под обои или под покраску. Я себе покрасил, я не стал с обоями сморачиваться. Я все комнаты покрасил в разные цвета, конечно же, да. Но я что-то с обоими не стал связываться. А здесь смотрите, что вам ближе сердцу, так сказать, да? По деньгам, опять же, да? Все по деньгам смотрим. 4 900. Усмань. Новая Усмань. 20 с половиной тысяч населения. Хотели новую Усмань вот так вот в город какое-то время назад. Новая Усмань отказалась. Не. Мы сами по себе, мы Воронежем быть не хотим. Мы хотим оставить сельские тарифы, оставить свои плюсы, какие есть. А так-то, по сути, да, вполне себе состоявшееся, состоятельное, можно так сказать, да, село. Школы, детсады, торговые центры. Вот по центру мы сейчас ехали, вообще здорово, вообще классно. Вот реально, да, давненько, честно говоря, по центру Новой Усмани не катался. Прям столько там все расстроилось, столько всего там. Да все, что нужно. Все, что нужно для нормальной жизни, все есть. А отсюда до центра Новой Усмани 3,5 километра. Так что, друзья, обязательно присмотритесь. Вариант действительно интересный, стоящий. 4 900. Приглашаю, как обычно, приглашаю всех собственников недвижимости Воронежа и ближайшего пригорода к сотрудничеству. Если хотите видеть вот такой вот обзор недвижимости на нашем канале, на котором уже на секундочку 42,5 тысячи подписчиков. Сами понимаете, какой охват аудитории, да, сколько потенциальных покупателей могут увидеть ваш и наш объект недвижимости на нашем канале. Поэтому, пожалуйста, мой телефон 8 920 22 99 356. Звоните, пишите на WhatsApp, расскажу вам о условиях сотрудничества. И напоминаю всем покупателям недвижимости Воронежа, что мы оказываем услугу по поиску и подбору квартир, домов, комнат, участков, дач, все, что хотите. Все это вам можем подобрать. Ну, если этот объект недвижимости вам по каким-либо причинам не подошел. Пожалуйста, анкета, заявка на подбор вторичной недвижимости будет под этим видео. Обращайтесь, с удовольствием подберем. Тем более цена услуги, стоимость услуги невысока. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Ну, а вот к этому домику присмотритесь. Вариантик классный на самом деле. И на канал не забудьте подписаться. Все, друзья, пока.